Это актуальное интервью. Сегодня у меня в студии Игорь Кисляков, это исполняющий обязанности директора казенного учреждения Ненецкого округа, центра природопользования и охраны окружающей среды. Тема сегодняшнего общения – браконьерство. Я думаю, здравствуй, Игорь Александрович. Тема назрела уже давно в связи с последними событиями в нашем регионе. Вот первый вопрос. Помимо центра природопользования, кто еще занимается, так скажем, рейдами по браконьерам? И какова задача вообще каждого из членов оперативных групп? Значит, по плану в межведомственной рабочей группе включены следующие структуры. Значит, это, естественно, департамент природных ресурсов сам агропромышленного комплекса и экологии, государственный природный заповедник Ненецкий, главное управление МЧС по России Ненецкому автономному округу, отделение в городе Нейрон-Маре пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району. Так, УМВД России по Ненецкому автономному округу. Полиция, безусловно. Полиция, да, это однозначно. И отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Ненецкому автономному округу. Двинско-Печорское территориальное управление Росрыболовства. Угу. Но вот у каждого полномочия одинаковые или все-таки разные? Нет, разные полномочия, разные в силу, в характере вот рейдов. Например, сотрудники милиции, полиции, когда выезжаем в рейд, они... Не только с задачами охраны водных биоресурсов, у них есть свои проблемы. Угон лодок, моторов, то есть выявление нарушений в области охоты, то есть ружья, ну и так далее и тому подобное. Сотрудники рыбинспекции, они занимаются чисто браконьерством. Угу. Вот. ГУМЧС занимается осмотром лодок, их технического состояния, ну и соответствующей документации на эти лодочные средства и мотор. Кто конкретно изымает рыбу? Конкретно эта задача возложена на сотрудников погрануправления, то есть морской инспекции. Затем отдел государственного контроля, Двинско-Печорское территориальное управление, которое может заниматься этим, и сотрудники полиции. Ну а конкретно ваше управление чем вот занимается? Управление – это техническая поддержка всей межведомственной рабочей группы, то есть обеспечение вылетов, да, если это касается вертолетов. Очень, кстати, большую помощь оказывает нам наш летный отряд. Значит, выезд на лодках, катерах, потом размещение сотрудников. То есть у нас стоят стационарные посты на территории реки, а также в Печорской губе, то есть побережье Баренцева моря. Вот с этим вот обязательно, то есть без этого как бы и не получится никаких рейдовых задач. Ну да, Игорь Александрович, вот Нейрон-Мар город, в принципе, маленький, почти что все друг друга знают. Как удается сохранить, наверное, секрет тех мест, куда отправляются с рейдом? Или все-таки, может быть, вы просто охватываете сразу все места, где обычно могут и ловят браконьера? Ну, во-первых, мы знаем практически всегда, когда у нас, где находятся браконьеры. Нам очень большое беспокойство дают... браконьеры с других регионов. Территорий, да, то есть Республика Коми, Архангельская область. Излюбленные места вот этих вот товарищей, назову их в кавычках, это нерестовые реки Ненецкого автономного округа. То есть они в основном летают туда. Ну и сохранить все это в тайне, это, конечно, узкий круг людей знает о том, куда направляется группа. В СМИ вы не распространяете, что будет рейд очередной? СМИ не распространяем. У нас многие сотрудники не знают, куда они вылетают. Они просто собираются, им дается... Даже так. Задание, и они летят. Им дается команда на сбор, то есть или в вертолет, или в катер. Но это уже в зависимости от условий. И уже, например, в полете там некоторые узнают, куда мы летим и какая задача им стоит. Угу. То есть вот только так. Бывают случаи, когда вот просто летите на вертолете и вот замечаете действительно лаги браконьеров. Вот по случайности совершенно. По случайности такого никогда не бывало. То есть мы знаем конкретно, что... куда вылетать, знаем даже, кто там находится. То есть примерную картину, где они лагерь выставляют, где они ловят ВБР, водные биоресурсы. То есть случайно этого практически не бывает.
Хорошо, вот участились случаи, когда любители порыбачить занимаются это в особо охраняемых местах. Вот последний случай был, я знаю, что накрыли, закрыли, так скажем, браконьеров в районе Каменного города, Красного города. И тогда они занимались ловлей под видом путешественников. У них была лицензия, я так понимаю, удалось с ними пообщаться, что они вообще говорили, на что надеялись? Ну, значит, да, эти товарищи находились на территории особо охраняемой природной территории. Вот. При себе они имели снасти в виде сетей, что запрещено там. Уже запрещено. Запрещено. То есть, даже для путешественников. Даже для путешественников. Спиннинги, вот, соль, бочкотару. Ну, то есть, ребята приехали не посмотреть на красоты нашей, в общем, реки. Посмотреть приехали на красоты, занимались конкретно вот этим вот видом. Да. Вот этой деятельностью. Это вид деятельности. То есть, ребята, ну, они чувствовали, это было уже из года в год, они чувствовали, что... Почему они туда летят? Они знают, что это бесконтрольно может быть. Ну, то есть, в этом году решением нашего руководства округа принято на создание этой группы, поэтому этим ребятам тяжеловато сейчас. Ну, а браконьерами оказались жители Республики Коми. Ну, не только, да, это жители Республики Коми, но и в том числе очень высокопоставленные чиновники. Даже так? Республики Коми, да. Один из них депутат республиканского парламента. Угу. То есть вот сетки... Ну, все изъяли, Все изъято, разбирательство идет. Сейчас находится материал у сотрудников УМВД ПАНАУ. Ну, наверняка не единственный случай, когда вот именно на этом месте занимались браконьерством. Очень много нерестовых рек. Ну, то есть их нет. Я говорю, не то, что их много, но вот недалеко есть еще одна речка Вуланга. Тоже был недавно там рейд, да, и да. Тоже, я так понимаю, накрыли там целую турбазу, что ли? Там, да, там находится турбаза предпринимателя с Архангельской, с города Архангельска. Значит, там у него, во-первых, просрочено разрешение землеотвода, то есть, а уже стоят капитальные постройки. Вот. Но кроме того, у него нет рыбучастка, чтобы получить квоту на вылов любительский этой рыбы, нужен рыбучасток, и, естественно, после этого тогда будет квота. На этого всего у него нету, но все равно есть реклама, размещенная на интернете, в интернете, где у него там черным по белому написано, что его база работает, прилетайте все желающие, то есть и сможете спокойно половить. Вот. Также данный материал находится на проверке у соответствующих органах. Я думаю, решение будет принято и будет принято в нашу пользу. Угу. А что касается Волги, что удалось поймать браконьерам? Я видел фотографии, там была поймана семга, я даже так вижу. Это белая. Это белая? Да. А на Волге? Да, на Волге. На территории речки, это на устье реки, да, мы вытащили браконьерские сети. Вот. И там, да, была семга. Семга вот по правилам постановления правительства она подлежит уничтожению. Если нет квоты, лицензии на ее вылов, то так она точно, ее да. уничтожает. Самый основной урон вот наносят, естественно, вот по этим нерестовым рекам, это наносят сети, когда перекрывают всю речку. То есть и уничтожаются, просто по голове уничтожаются. Вы лично принимали вообще участие вот в одном из рейдов? Во всех рейдах. Как вообще себя ведут браконьеры, когда вы подлетаете? Вот что они говорят? По-разному себя ведут, по-разному себе показывают. Ну, в основном сначала непонимание. Мы всегда здесь ловили, почему сейчас пытаются. Некоторые пытаются договориться. Сразу на месте. Да, некоторые, но в основном сначала ведут, понимают, что неизбежность, люди успокаиваются, но это нужно просто принимать во внимание. Люди просто до сих пор еще не понимают, что водные биоресурсы, они тоже не ограниченное количество. То есть, если мы видим охота, гуси летают, мы смотрим их, их значит мало, значит, какую-то птицу уже нельзя стрелять, запрещаем, а речку уже никто не видит. Поэтому, к этому придем, что все будут понимать, что прежде чем ты выезжаешь, должен получить разрешение, путевку, лицензию.
без разницы. Угу. Что касается оснащения вашего центра природопользования, сколько сейчас вообще единиц и планируется ли расширение? Да, у нас сейчас имеется один катер, две лодки, ну, естественно, моторы. Значит, планируем вот в августе месяце получить еще два катера. То есть у нас обеспечение довольно-таки... Ну, вся техника при этом быстроходная. Полностью быстроходная, сильная. То есть навигация, все-все-все присутствует. Поэтому опергруппа уже не закончит работу осенью. Зимой, на зиму у нас есть обеспечение снегоходной техникой, трикол. То есть все закуплено, то есть все готово. Ну, а также у нас полеты на вертолетах, на ленморского авиаотряда. Угу. Вот вы сказали, что каждый человек, отправляясь на рыбалки, должен понимать, что при себе необходима лицензия, и вообще понимать, какая ответственность ему грозит за, так скажем, незаконные действия. Вообще какая-то агитационная работа ведется с такими людьми? Да, обязательно. У нас агитационная работа ведется. Мы выпускаем брошюры. То есть наше казино учреждение в данный момент еще выписывает путевки на любительский лов в районе Чайкино и Городецкого шара. Значит, мы вместе с этими путевками даем еще брошюрки людям. Чтобы уже знали, чтобы понимали. Чтобы уже знали, да? Да. Ну, а ведь еще мы вот направляем письма главам администраций. Было в Пешу, в Индигу, чтобы они своим жителям разъясняли о недопустимости в данный период установки сетей. То есть очень большое количество сетей устанавливается у этих у населенных пунктов, как вот Индиго, Лучейский. Вот, угу. Вот. Очень много сетей. Ну, как мне известно, в последнее время те, кто раньше торговали ценными породами рыбы в Нарьян-Маре, сейчас отказались от этой деятельности, так скажем, бизнеса, испугались наказания, испугались больших штрафов. Что грозит за браконьерство? Ну, за браконьерство грозит как административная ответственность, так и уголовная, вплоть до изъятия транспортных средств, моторов, очень большие штрафы. Вот. Есть еще у нас информация такая, что люди пытаются каким-то путем и переправлять рыбу на вертолетах в другие регионы и так далее. То есть, но мало, меньше стало народу и на реке. И вот с этими людьми у нас тоже, мы знаем их всех, мы знаем, кто торгует рыбой, ведется в этом направлении ведется работа. Угу. То есть, а если посмотреть статистику, к примеру, вот за прошлый год, за позапрошлый, за этот, количество случаев браконьерства уменьшается или увеличивается? Уменьшается. 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 Вот взять одним постом бронтвахту мы выставили в районе Бушуевской косы. Это новая вахта? Новая вахта, да. Там значительно уменьшилось браконьерство. Люди понимают теперь, да? Понимают, да. Угу. Потому что 5 или 6 лет не выставлялись такие посты. Вот. А сколько всего постов в Ненецком округе? Ну, примерно. Примерно, но я все вам не скажу, где у нас находятся. То есть около 5 постов. Угу. Мало или много, нужно увеличивать? Если в том году было 0, если в том году было 0, как я вот знаю, то теперь у нас 5 постов. Это от Мархиды до, так скажем, в Печерской губе, деревня Черная. Угу. Ну что ж, давайте подведем небольшие итоги. Вот сейчас обратимся тогда к телезрителям. Все-таки какой совет нужно им дать, самый главный, перед тем, как они отправляются на рыбалку? Самый главный совет – это 100 раз подумать о том, что если нет у тебя разрешения на промысловую деятельность, на изъятие водных биоресурсов за заем, лучше 100 раз подумать, стоит ли эта рыба. Вот, потом тех проблем, которые могут возникнуть, когда вот сотрудники, ну, столкнутся с сотрудниками нашей международной рабочей группы. То есть нужно все за и против взвесить, ну, а потом выезжать. Ну да. Спасибо за беседу. Я напомню, у меня в гостях был Игорь Александрович Кисляков, исполняющий обязанности директора казенного учреждения Ненецкого округа, Центра природопользования и охраны окружающей среды.